В соревнованиях приняли участие спортсмены из Ровенёк, Донецка, Луганска, Алчевска, Горловки, Червонопартизанска, а также гости из России. Наш город представляли учащиеся школ. Каких результатов ты уже успел добиться? В 2011 году стал чемпионом Донецкой области, потом выиграл 4 международных соревнований. А на сегодня какие у тебя вообще планы? Занять первое место. Третьим был на чемпионате Украины. Там область выигрывал, Луганскую, Донецкую. Турниры международные, ну и такие соревнования областные. 64 медали СССР, Европы, мира, Олимпийских игр. Это всего вместе 64, правильно? Да, за свою мою жизнь вот тут и тут вот так 64 медали. Ну а сейчас вы еще занимаетесь тренерской работой или нет? Естественно. Я не покидаю и до следующих Олимпийских игр, я думаю, здесь у меня есть ребята. На соревнования приехали известные в мире бокса тренеры Украины, России и СССР. С детства занимаюсь боксом, стал мастером спорта в свое время, был чемпионом всей страны, потом начал работать тренером. Наши воспитанники, мои воспитанники были участниками Олимпийских игр, чемпионата мира, чемпионата Европы, становились по юношам чемпионами мира, чемпионами Европы. То есть мы как бы пропагандируем наш вид спорта. Были призеры чемпионата мира, чемпионы Европы по молодежи, призеры чемпионатов Европы по молодежи, по юношам, чемпионы Украины, призеры Украины. Я был двукратным призером по молодежи, то есть раз по молодежи, раз по взрослым чемпионам, призером Советского Союза и чемпионом Украины, соответственно. Призер ЦС России, вернее СССР, в Москве постоянно я учился там и в это время был постоянно в призерах первенства Москвы. Ну а потом как вы решили стать тренером? То, что я не успел реализовать я как боксер, чувствуя в себе потенциал соответствующий, так сложились обстоятельства, потому что не все люди становятся после бокса тренерами. Наверное, самолюбие. Я хочу, чтобы мои воспитанники пошли дальше и сделали гораздо больше, чем я. В напряженной и упорной борьбе ровеньковские боксеры показали хорошую подготовку. По итогам соревнований ровенчане разделили первое командное место с ребятами из Донецка. Второе у россиян, третье у луганчан. Спортсмены награждены грамотами с автографами чемпиона мира Виталия Кличко, медалями, календарями и призами.